Всем доброго времени суток. Меня зовут Авангард, и мы играем в Outlast Whistleblower. Ну и, собственно, мы на том же месте, где остановились и в прошлый раз, что вполне логично. И сейчас мы так и откроем для этого парня дверь. В общем-то, из этой истории можно вынести одно, что некоторые двери не стоит открывать. Такие вот дела. Доктора больны. Собственно, главный герой может сделать немало заметок, высказать свои мысли по поводу происходящего. Это довольно круто, я постараюсь снимать как можно больше, постараюсь вообще не выключать камеру. Как бы то ни было. Чёртов Аваст. Я никогда не видел умирающего человека раньше. Никогда не видел мертвое тело вне гроба. Сегодня десятки убитых и даже хуже. Я смотрел одному человеку в глаза в тот момент, когда другой разрывал его на части. Утверждал, что он врач, потом увидел, что меня одели, изменил свою историю, сказал, что он пациент. Мог быть и тем, и другим. Они все здесь сумасшедшие. Все больные. Теперь между ними нет никакой разницы. Терапия распространяется. И что же я сам такое? Я смотрел, как умирал тот человек, и только думал: спасибо, Господи, что это не я. Я знаю, что придет день, и я умру. Но я не хочу быть убитым. Выразительность — мое второе имя, блин. Итак. Поэтому, в общем-то, я постараюсь ходить с камерой постоянно, чтобы заснять как можно больше, чтобы герой как бы сделал как можно больше заметок о происходящем. Чёртова дезинфекция на меня напугала. Все, вышли. Ребят. Ребят, у вас все хорошо. Мне тоже кажется, что не очень. Так, куда же убежал этот парень? Хотя сначала наведаемся, наверное, в эту комнату, и рисковый молодой человек, конечно. Или не наведаемся. Давайте сначала зайдем сюда, правда, здесь еще хуже. Ребят, вы же не будете вставать, правда? Я очень на это надеюсь. Так. Записочка. Прочтем ее. Так, мисс Грант, вы можете учить запросы, прислать информацию от госпожи Эль Парк, касающийся отставки ее мужа Вейлона, то есть нас. Так, если получите, перешлите мне. Так, Парк подал отставку из-за невыявленного психического заболевания. Я навестил госпожу Парк и ее сына, сообщил им эту весть, сказал, что Мерков предстоит лечение. Так. Ну и, в общем-то, я заверил ее, что она может вступить в борьбу с докторами и так далее. Население обнаружит, что нашу ставку по должным предлогам и страховку аннулирует, а на земле будут завалены значительные долги здравоохранения. Надеюсь, она поняла. Если будете настаивать на то, чтобы создать неприятности, дайте мне знать. Это случай, о котором я хочу позаботиться лично. Ваш Джереми Блэр, кто бы это ни был. Ну, явно, Джереми Блэр не очень хороший человек. Добрый день. Ой, я босиком. Это неприятно. Так. С батарейками-то у нас не очень все хорошо. Так, пойти в ту комнату. Я тут немножко играл. Мне не записалось, поэтому перепрохожу заново. Так что я примерно знаю, куда идти в ближайшие 2 минуты. Так, очень темно. Очень плохо. А, понятно. В общем-то, никуда бы я не пришел, походу. Что-то здесь не очень хорошо. Чувствуете, да? Напряжение в воздухе так витает. Что у нас тут?
Добрый день. Так, погоди-ка. Хотя тут все доктора, видимо, одинаковые. Парню не очень повезло в этой жизни. Какие-то, ну, очень нехорошие звуки, очень нехорошее место. Я так понимаю, это нечто вроде кухни, да? А молодой человек там какой-то трудится. Не совсем уверен, что он делает. Боже ты мой. Господа. Как же это вас так угораздило? Тут у него какое-то варево уже булькает. Похоже на борщ. Возможно, это он и есть. Засняли борщ, идем дальше. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, господа, вы лежите, я вам не мешаю, надеюсь. Добр. Да человек не такой уж и молодой. Добрый день. Как у вас дела? Оу. Все хорошо, я вижу, что друг друга любите. О, да. А, вкусняшка. Интересно наблюдать за этим процессом. Боже мой. Вообще все выдрал. Это все же симулятор играл. Одно радует этому человеку уже все равно, что с ним происходит. Так, наш герой оставил еще одну заметку на кухне каннибала. Не проси показывать мое тело, Лиза. После моей смерти, когда ты закончишь судебный процесс против армии юристов и корпоративных наемных убийц-мерков, после которого сможешь владеть это видео с записью. Не заставляй их показывать мое тело. Просто похорони. Или сожги. Пусть мои сыновья запомнят меня целиком. Этот человек ест человеческую плоть. Он смотрит на меня, и я вижу гнев, немного желания, но больше всего — голод. Пожалуйста, не заставляй их показывать мое тело. Очень выразительное чтение записок, ничего не скажешь. Так, но нам... Так, молодой человек... Ну, вроде бы нет у него возможности выйти ко мне навстречу. Поэтому мы более-менее в безопасности. Безопасности. Смешно, смешно. Люблю смешные шутки. Так тихо. Это, мать его, что за звук сейчас был такой? Ой-ой-ой. Ой-ой, какая... Ой, надо отсюда уходить. Надо отсюда уходить как можно скорее. Купер. Так, ребята, ребята. Наручники, ха. Так. Тихо. Тихо. Так, у нас неплохие шансы вернуться назад, возможно, даже не по частям. Тихо. Не страшно. Я боюсь. Я даже боюсь, знаете, не самого происходящего, я боюсь испугаться. Мама, мама, не надо, это не мама. Тихо. Кажется, парень пошел искать себе новый обед. Здесь он, видимо, любит плотно покушать. Мама мия. Белероза, что я несу? Тихо, спокойно.
Спокойно. Спокойно. Я его вообще не вижу, чего боюсь. Я не боюсь. Ладно. Словили, просто офигеть как. Тихо. Тихо! Назад, назад. Назад. Уходи, дверь закрой. Уходи. У нас с тобой разные, кажется, кулинарные предпочтения. Белла Роза, Белла Роза, что я несу, чтоб меня... Добрый день! Кто тут? Кто тут? Кто тут? Есть кто? Мне просто нужно забрать... Добрый день! Добрый день! Спасибо! Спасибо! Ничего не понимаю. Что происходит в этом месте? Куда идти? Так, спокойно, спокойно. Выдохнуть. Итак. Я немножко тут бессмысленно брожу по коридорам. Очень бессмысленно, черт возьми, брожу по коридорам. Мне нужно понять, куда двигаться дальше. Гениальный тактический ход от авангарда. Сейчас будет страшно. А вот, вот и страшно пришло. Уху! Охо-хо, братишка! Спокойно мы можем договориться. Чёртовы батарейки. Чёртов каннибал. Пошел к черту. Я не гурман, я гурман. Я гурман, но не настолько, точнее. Вперед, налево. Это сейчас бесполезная комната. Это крутенько. У меня прекрасный парфюм, я уверен. Так, мне нужно просто понять, куда бежать. Да твою ж дивизию. Привет, ребят. Как дела? Давай, давай, поищи меня. Где же я? Быть может, я... Самое время вылезти и надрать ему его тощую задницу. Он не выглядит очень физически сильным. И пилу выключи. Боже мой. Осталось две кровати. Я вообще в другой комнате, парень. Я уже ушел из этой локации, пока ты меня искал. Потому что я сейчас одну вещь понял. Неприятную, блин. Дивизия. Я нашел дверь. Это дверь. Нет, это нифига не дверь. Нет, ну я что-то нашел, но определенно не то, что мне нужно. У меня некоторые проблемы с тем, чтобы находить вещи, которые мне нужны. Это так. Мне нервы сдают. Короче. Я тут был вообще. Наверняка был. Ну да. Тут я был, был. Тут шкаф есть. Это так мило.
Это просто комната. Это просто сеть из трех комнат. Мне тогда по коридору надо идти, нет? Ну чё, парень, разберемся, да? Разберемся. Так, стоп. Пап-пап-пап. Обманул! Черт, проклятие, не удалось. Ну, бывает. Ахахахахахаха, думаешь, такой умный, да? Я еще умнее. Так, куда идти-то? Отлично, тактический гений авангарда обнаружил место, откуда он пришел, черт возьми. Хорошо. Тогда мне все-таки надо сюда, я правильно понимаю? Или что? Добрый день, добрый день. Для меня батарейки кончатся, и что тогда? Я же напугаюсь. Ненавижу прятки в темноте. Тут вообще ничего нет, что за бесполезные комнаты. Я вообще не понимаю. Так, ну а чё, мне надо... Блин. Не понять, это я такой хронически тупой, или всё-таки не я? Блин, где этот проход-то? Вот, вот глядите. Вот эта комната, он, так сказать, охраняет. Значит, в этой комнате что-то... Гениально! Я ж чертов гений. Привет! Черт. Привет. Why... Thank you, I don't need your help, motherfucker. Я что-то нашел, я счастье чертовым гением. Я наконец-то продвинулся. Нет, никаких секретов мне не надо, я не такой. Еще батарейка. То, что я скоро разбогатею. Иногда, вот тут. Вот наконец-то. Так, ходатайство. Более 7 работниц. Короче, кажется, тут еще кого-то уволили. А, ну я тут уже заметил одну вещь, что в этой клинике в принципе не было женского персонала. Hello. А, слушай, знакомые места? Сейчас выберемся. Только убираться надо в другую сторону слегка. Каннибал, каннибал, появитесь. Так. Я спрячусь. Все, брат. Кажется, ты меня бы немножко не успел, не успел. Ахахахахаха. А лазать мы не умеем, да? Другой путь он найдет. Конечно. Найдешь, найдешь. Два раза найдешь. Другая, черт побери, а вдруг правда найдет. Когда авангард сайт напался, значит он пьет чай. Извините, я не могу еще играть в чай в такие игры. Опа, печи. Крематорий, кажется. Это просто замечательно, скажу я вам. Так. И что это у нас? Твою ж дивизию! Я чуть не кончился. Нет. Нет. You stay
Он, кажется, решил сначала меня прожарить хорошенько. Чё? Боже. О, вот оно. Это наш выход. 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 Давай же. Ну почему? Да. Да. К черта с два и ничей. Я мамин с папой. Все. Добегались. Мне нужна сохраняшечка. Мне нужна сохраняшечка. Ну, конечно, ни одна дверь, над которой на выход, не будет работать в этой игре принципиально. Это было бы слишком... О, да. Дети мои. Плохо быть каннибалом, но не быть им иногда еще хуже. Гениальная проповедь. Вот там лампе плохо. Ничего, вам побудут и у тебя хорошие дни в этой жизни, я думаю. Так, документы, Бог и семья. Отец Кларк, не стану лгать священному служителю, но позвольте мне, по крайней мере, сказать, что сделаю все возможное, чтобы повысить безопасность рабочих условий. Так, ладно, я ценю все, что вы делаете для наших пациентов. Если чувствуете, что от кого-то исходит угроза, дайте нам знать, и мы повысим фармакологические ограничения активности, или назначим лоботомию, или усмирительную процедуру. Не надо недооценивать вклад ваших проповедей для наших пациентов. Нашим пациентам нужна опора в виде Бога и семьи. Не все из них имеют семьи, на которые не могут положиться, так что этот груз и призвание ложится на вас. Мы все полагаемся на вашу веру и тяжелый труд. Что же, это замечательно. Так. Но, похоже, больше здесь делать особенно нечего. В оригинале Молотвасе тоже было довольно много. Ага, мы успели вовремя. Как раз вовремя. В оригинале Молотвасе тоже, кстати, было много звездок от главного героя, но лично я-то их все умудрился пропустить. И очень жаль. То, что они довольно так и интересные. Так, что у нас тут? Надеюсь, здесь есть, например, там парочка батареек. Что-то я тут не вижу ничего похожего на парочку батареек. Глупая надежда, господа. Может, раковина? Зачем тогда эта комната существует? А, понятно, тут шкафчики. Видимо, сейчас каннибал придет и устроит нам веселую жизнь. Я буду пройти. Добрый день, господин каннибал. Я надеюсь, мы с вами так и найдем общий язык, хорошо, да? Общий язык. Офигительно у вас комнаты, скажу я вам, господа. Абсолютно пустые. Где батарейки, я вас спрашиваю. Раньше в таких комнатах давали батарейки. Теперь здесь не дают, видимо, ничего абсолютно. Как же так жить? Это нельзя строить, где была сохраняшечка. Может, сохраняшечка была после этих печей? Мне не придется переживать весь этот ужас. Ой. Это еще какой-то ядовитый газ. О, добрый день. Добрый день. Так. Я надеюсь, он очень мертвый. Так, мы отсюда выберемся, слышите? Мы здесь не погибнем. Впрочем, разработчикам, думаю, лучше знать, что мы здесь сделаем. Наверное, наш санинспектор с первой части тоже так думал. А тут-то у нас даже не санинспектор, а неблагодарная профессия, близвание ушей.
Я думаю, этот каннибал тоже чем-то подобным занимался. Уши в собственном соку его любимое блюдо. Обожаю каннибал, забавный народ. Боже мой. Это лечебница уже негативно повлияло на мой разум. Нет, сейчас не время для этого, Билли. Точнее, Валеридер. Вообще, неудачный момент ты выбрал для того, чтобы напасть на меня. Чёртова вентиляция, как же я тебя ненавижу. А, ну его, собственно, идет сохранение. Я думаю, прекрасный момент закончить серию. Мы познакомились за нее со многими интересными людьми, такими как Каннибал и парень, которого почему-то не перевели в нашу локализацию. Ну и, собственно, все. Надеюсь, вам понравилось. Хотя, по-моему, серия уж немножко унылая, но тем не менее. Тем не менее, я надеюсь, что все-таки не зря я записал. Но я давно не было серии, поэтому немножко с трудом я буду входить в форму. С вами был Авангард, до новых встреч! До новых встреч!